Доброго времени суток с подсолнечной кухни. Вот. Мы сегодня с Лидочкой будем делать яички. А мы уже делали разными способами, и по-украински, и еще Лидочки у меня не было, мы красили воском, как положено. Не надо кисточку всю макать полностью, только кончик кисточки макается в красочку. Не вся кисточка. Та кисточка вся быстро запачкается. Вот, на ходу учимся. Вот, сегодня мы будем красить их акриловыми красками. Вот у нас хороший выбор таких весенних красочек. Яички мы сегодня с Лидочкой вдвоем выдували. Обыкновенные белые яички, дырочки проделали, охи намучились. Ну, в общем, выдули, промыли, посушили. И теперь мы будем эти краши полное зеленое. А потом мама, которая меня снимает, будет делать узоры на яйца. Вот, Лидочка будет свое яичко красить полностью зеленым. А мама попробует вот комбинацию. Вот, когда мы закончим, мы покажем, что у нас получилось. Такое красивое весеннее зелененькое яичко. Держим очень аккуратно и пытаемся не сломать. Наши яички уже поподсыхали некоторые. Некоторые еще сохнут. Вот. Что мы сделали? У меня вот тут это вот уже подсохло такое. Половиночка на половиночку. Да, бирюза и такой лавандовый цвет. Я сейчас немножечко набираю зелененького на свою кисточку. Самую малость. Там. Вот так вот. И буду потихонечку проводить вот по линии разделения. Как будто я веду растенеца. Показала, называется. Все спрятала. Отсюда вот вверх, еще вверх, тут трошечки вниз, пошли опять, дальше набираем краски, продолжаем, вот так вот. Вот у нас на яичке теперь сделался такой зелененький ободочек. Я пока больше добавлять ничего не буду. Так его оставлю. Кисточку сразу в водичку, чтобы она у нас не засохла. Теперь беру другую водичку. На полотенчике подсушиваю. Так я рисую акриловыми красками. Это еще одно из моих увлечений любимых. Сейчас я буду рисовать розовый бутончик. На это яичко поставить, чтобы показать вам, что я делаю. Тут ничего сложного, тут, в общем-то, все просто. Один уголок кисточки идет в розовую краску, один уголок кисточки погружаем в белую. Подойдем и вот так вот пытаемся эту кисточку нагрузить краской. Опять розовая, опять белая. Ни в коем случае не путаем, кто идет куда. Розовая к розовой, белому к белому. И у нас вот так вот получается такое вот шикарное смешение цветов уже, да? Это техника Доны Дюбери, нашей американской художницы, которая сама, самоучка. Это ее техника. Называется One Stroke Painting. Рисование одним мазком. Вот. Ну вот, ну и такая кисточка такая уже жирненькая, да, видно? Вот. И я опять самую малость подбираю еще беленького, самую малость подбираю еще розовенького. Теперь беру свое яйца. Вот это мне чуточку красочка не взялась. Я сейчас тут буду рисовать маленький розовый бутончик. Может, стачу полегче. Так вот. Вверх. Вниз. И вот кусочек бутончика у нас уже есть. Иду обратно, беру кусочек беленького. Так вот. Беленького, розовенького. Опять самую малость вот так вот. Возвращаюсь и добавляю. И добавляю так и так. Иду еще беру беленького, еще беру розовенького.
Так, видно нам? Еще добавляю раз и два. Ну, не получился такой вот розовый бутончик на яичке. Теперь переворачиваем яичко, смотрим дальше, где мы хотим еще нарисовать розовый бутончик. И пошли дальше. Рисуем один тут. Может, мы его бочком сделаем на этот раз. Вверх, вниз. Опять набрали красочки, чтобы у нас свежие были кончики. Так. Вот такой бутончик получился. Да? Раз, два. Еще, наверное, один вот сделаю с этой стороны. Вверх, вниз. Набираем красочку. Запятая, запятая. Запятая, запятая, запятая. На этот раз у нас вот такая тросочка вышла. Вот. Теперь у нас куча таких вот розочек, да, на яичке получилось. Сейчас еще хочу добавить парочку бутончиков. Самую малость. А то как-то так у нас эти цветочки одиноко выглядят. Ну все. Добавили немножко вот таких вот бутончиков, да, кончиком кисточки. Теперь интересный стришок. Я тут намешала себе бледно-желтенькую красочку. Макаю туда, добавляю капельку. Мотаю, макаю, мотаю, добавляю капельку. И на этом яичке у нас будут такие вот бледно-желтенькие капельки на голубом фоне. Ну все, яичко покрашено. Такое вот у нас получилось пасхальное яичко. Равное количество клея ПВА и воды. Это если у нас яйцо не совсем удачное. Или мы хотим скрыть какие-то погрешности. Быстро покрываем этой смазочкой со всех сторон. Удобной щеточкой, кисточкой. Жик-жик-жик-жик. Да. Вот. Обваляли. Следующая вазочка с солью. Вот так вот, более-менее. Такое вот сахарное яичко. Ну вот, яички, которые я сегодня красила, я закончила. Вот, и что я собираюсь сделать, я хочу просто их положить, вот я сделала такое у нас украшение, клеточку. В Америке очень любят украшать лилиями все к Пасхе. Вот, так я тут вот натыкала все. Просто свечка, лилии. И вот так сейчас между лилиями я уложу наши яички. Как видите, ничего особенного. Кусочек там, вот наше яичко, которое вот я сделала в соли, да. Потом надо будет его обтрусить, лишнюю соль убрать. И у нас такое оно получается, как засахаренное. Вот. Вот, вроде и все. Перенакрываю нашу прелесть. Вот. Птичка. И вот наш пасхальный сюрпризик. Домашними крашенными яйцами. Теперь я буду класть яйца в мое яйцо. Которое Лидочка сама сделала, да? Мама свою уложила. А теперь Лидочка укладывает свое яичко. Она тоже его сама сделала. Вот такое вот полосатенькое, веселенькое. С цветочком. Все? Вот так вот такая вот у нас клеточка получилась с зайкой. Ты хочешь еще одного зайца прицепить? Да, девочку, потому что мы девочки, а не мальчики. Да, ну хорошо. Раз мы девочки, а не мальчики,
Вот, и мы, у нас это все красота наша будет стоять. Зайца, конечно, надо будет подснимать, их тут сильно много. Ну, не будем никого расстраивать. Вот. Вот такое вот у нас пасхальное украшение на столе.